Всем привет, друзья! Входим в весну с порцией новых анонсов от ИКЦ Пром. Сегодня расскажем о событиях на стыке апреля и мая. Поехали! «29 апреля в кинозале ИКЦ состоится творческая встреча и показ фильма «Многое лето». Это короткометражный фильм, в котором рассказана история 19-летнего Мишки из Нижних Серёг, который в 1944 году отправляется на фронт. Короткометражка «Многое лето» получила ряд престижных наград, в том числе ее признали лучшим независимым фильмом на международном фестивале Best Indie Film Award в Лондоне. В ИКЦ показ фильма пройдет в формате кинолектория. Просмотр и творческая встреча с режиссером и продюсером. Кстати, о том, что готовит ИКЦ к юбилею города. Мы запустили сбор средств на установку скульптуры основателем Первоуральска Демидовым. Активно привлекаем общественников, историков, бизнесменов и предприятия. Продолжают сбор неравнодушные горожане и волонтеры. Чтобы мы успели к юбилею города, вы можете помочь нам любой посильной суммой, будь то даже 100 рублей. От наших слаженных действий зависит присутствие в Первоуральске знаковой исторической достопримечательности. 30 апреля и 1 мая в ИКЦ пройдет тематическая программа «Императорская Пасха». Вас ждут театрализованное представление с Петром Первым, игры 18 века, мастер-класс по росписи пасхального яйца и созданию пасхальной композиции, а также подарок каждому ребенку. Программа будет интересна детям от 3 до 8 лет. Розенбаум, Ёлка, Шнуров и вся команда «Уральские пельмени». Российские артисты и музыканты заняли целый этаж в инновационном культурном центре. Это не гала-концерт, а выставка шаржиста Андрея Чеснокова, которая открыта в ИКЦ до начала лета. Проект «Лица» уникален тем, что собрал в одной экспозиции много интересных персон. Можно лицезреть шаржи на Герта, Никулина, Раневскую. Здесь же Петров и Хабенский, а также другие яркие личности из мира искусства, шоу-бизнеса, политики и спорта. Выставка идет до 2 июня, вход свободный. Напомню, что часть мероприятий ИКЦ можно оплатить по пушкинской карте, то есть, по сути, сходить на мероприятие бесплатно. Номинал карты на этот год 5000 рублей. Доступна субсидия молодежи от 14 до 22 лет включительно. Скорее оформляйте карту через госуслуги, если еще этого не сделали, и прямиком к нам. Ей можно расплатиться за сеансы в кинозале, мастер-классы, концерты. Полную информацию уточняйте на нашем сайте, а также на наших страницах в социальных сетях. Ссылки видите на экране, также их оставим и в описании. Ну а на этом, пожалуй, все. Увидимся совсем скоро. Весеннего вам настроения и добра!